Короче, кафе такое есть. Вот сейчас расскажу историю. Заходишь и платишь там какую-то сумму и берешь сколько хочешь, ешь сколько хочешь. Короче, слышали, наверное, о таком, ходили, наверное. Вот. И перед нами там девочка сидела, короче, одна. Короче, она наберет такую гору, придет, сядет, съест, уйдет куда-то. Ну, я заметил, обратил внимание, что ну нифига себе, она такая, ну, дохленькая, а ест только. Потом еще раз, ест, нифига себе. А официант говорит, что это? А он говорит, она говорит, уже четвертый раз ходит, говорит, блюет, короче, возвращается, опять набирает. Ест, короче, ну ладно. А я что-то мимо не смог так пройти. Короче, ну уже я собираю, ну собрались, мы уходим, короче. И говорю, приятного аппетита, говорю. Вы, говорю, знаете, у нас вся жизнь, говорю, как шведский стол. Она на меня так смотрит. Говорит, ну в смысле? Я говорю, нужно брать, говорю, столько, сколько сможешь переварить, говорю. И она так на меня смотрит, слушает, говорит, ах ты хам, говорит мне, короче, говорю, вам приятного аппетита, развернулся, ушел, обидел я ее, короче, ну я, черт его знает, ну что сказал, то сказал.